2020 году в Кронштадте могут появиться дополнительные 540 мест в детских садах и школах. Районная администрация разработала ряд проектов перестройки зданий. В Кронштадте сейчас катастрофически не хватает мест в образовательных учреждениях. Специалисты собираются решать эту проблему путем реконструкции старых и строительства новых помещений. Правда, для начала их еще нужно выкупить. Так, например, к 2020 году новый детский сад откроется по адресу улица Мануильского, 26. Перестройка 425-й школы позволит создать еще ряд дополнительных мест. Однако реализация этого проекта может затянуться. Объект Геоповский, там деревянные перекрытия, работы по этому объекту будет много. Но, тем не менее, он есть, и это, реализация этого проекта нам даст дополнительных 210 мест. Нехватка мест для детей в садах и школах Кронштадта еще полбеды. В районе практически нет молодых педагогов. Средний возраст учителей на сегодняшний день составляет 55 лет. Кроме того, Кронштадт нуждается в модернизации самой системы образования. Специалисты считают, что материально-техническая база и обучающие программы, в том числе дошкольные, серьезно устарели.